wise man once spoke of what a hero truly needs. Speed. Strength. Wisdom. But this man was not entirely correct, for he neglected to mention the most important trait of a hero. No need to worry, my dear. The forest, she is safe now. Oh, safe? It's really not. Ну что ж, всем привет, с вами Дэн Найс. И, как видите, у нас два новых героя. Я только проснулся, я даже ничего не подразумевал. Как это вообще все выглядело, сейчас я вам покажу. Так, окей, что-то у нас на ютубе сколько подписанов. Два новых героя. Валовая показала новые герои. Новая дуэль. Два новых героя. Вместо одного двое. Блин, что происходит? Что я пропустил уже? Это видео посвящено тому, что я сейчас постараюсь разобрать. Вообще мы все вместе постараемся разобрать и понять, что нам вообще показали. Нам показали мало или нам даже показали больше, чем достаточно? То есть, как многие уже могли посмотреть этот видос и увидеть, что у этого броненосца... Первый персонаж похож на броненосца. Котца, как будто кот в сапогах, мушкетер. Но на самом деле животное броненосец. Его достаточно там можно рассматривать, критиковать, слушать. И это там можно посмотреть много разных видов. Ну, то есть понятно, что нам показали несколько его скиллов. Сколько мы сейчас будем разбирать? И посмотрим, что нам показали про фею эту. Будем называть ее феей, так как даже примерно название ее, имя ее мы не можем придумать, так как просто похоже на фею с лампочкой. Или как она называлась в те времена, я не помню. Хорошо, давайте, поехали, посмотрим еще раз. Вот. Давайте сначала. A wise man once spoke of what a hero truly needs. Speed. Strength. Wisdom. But this man was not entirely correct. Вот, смотрим на этот момент. Тут нам конкретно намекнули, что у него или какая-то пассивка, или активка. Работает как такая же пассивка, как у Silver Age, или, насколько я помню, активка Дума. То есть, что позволяет вырубать некоторые скиллы. Я не помню, это вообще работает... Я помню, что она как-то работает, типа, отключает какие-то скиллы, но не помню. Или она отключает пассивки, или какие-то активки, но я точно не помню. Ну, то есть, вот, мы видим, что какой-то из его скиллов, вот, первый его скилл, что отрубает другой скилл. He neglected to mention the most important trait of a hero. Вот это я хочу сказать, назвать вторым скиллом, прокат. Как он называется, господи? Пробежка, прокат, ну то есть такой же скилл, как у этого, господи, ос спирита, второй его скилл, когда он прокатывается вперед, то есть у этого то же самое, то есть он просто становится в круг, ну, типа, наверное, тоже будет анимация бросания меча куда-то, и он, типа, начинает крутиться и крутится до конца, пока до этого меча, то есть меч где-то упал, он крутится до меча. Возможно, даже этой крутилкой можно будет управлять, но это уже будет немного дико. Вот, вот это я заметил третий скилл, возможно. Maybe он будет видеть сквозь невидимость, то есть у него какой-то будет встроенный гем. То есть вот, допустим, может быть на его шляпе вот эта вот жемчужина видит невидимость. То есть, ну, только вот он красный, был бы он зеленым, это было бы 100% понятно, что это был гем. А так сложно, ну, просто, то есть, у меня вопрос, почему он увидел МК? Одно дело, если бы он его не увидел, достал бы меч из дерева,
И он бы удивился, что это МК. Ну хотя бы чуть-чуть. Не так на пафосе играть. А тут нет, он спокойно достает меч, идет дальше, такой убивает МК на изи. Минус ты. Трипл килл уже делает, блин, на изи. То есть персонаж имбовый. Блин. Ну типа, что за фигня? Это его скилл или же он просто меч достал и ему так фартануло на третий скилл? Так, чисто случайно. Инвокер санстрайк дал, а он типа мимо пробегал. На тебе раз и нету. Ладно, смотрим дальше. У меня сейчас еще есть вариант, что у него вообще 5 скиллов. Просто у меня уже четвертый тоже есть вариант какой. Ну, сейчас смотрим. Вот, что я еще хочу заметить. Совсем чуть-чуть, самую малость, его меч похож на рапиру. Самую малость. Я не знаю, к чему это отсылка. Возможно, ему первым айтемом надо собирать рапиру сразу же. Только начал играть, даже танка не покупай, сразу иди на рапиру. Ну, и на этом, в принципе, все. Но я думаю, что его еще один скилл это сама броня. То есть он похож на животного броненосец. Даже почти как две капли воды. То есть вот эта вот спина, вот эта вот вообще мимика, то есть точная копия броненосца. Но и так как броненосцы, они то есть бронированные животные, то есть их фиг пробьешь пулей, ну не гранатой, не знаю, не проверял. И то есть у него, скорее всего, будет тоже какая-то тоже или пассив, ну скорее всего пассивка. Что тут будет добавлять ему просто у брони каждые несколько чего-то там. Может, каждое убийство. То есть, есть пассивка на Пуджа, когда он убивает, ему дает плюс один к силе. Или легионки, у легионки есть дуэль. И что там у нас еще есть? Мне лень вспоминать. И, у Сайленсера. У ОД сразу вспомнил. Первый скилл. То есть у него может быть, то есть, когда он тоже, может, кого-то бьет, или когда он вообще тоже убивает, ему дается плюс одна броня. Если он 40 человек убьет за один бой, господи, ему плюс 40 брони. Да если он еще и кирасу купит. И Шиву. Господи, дичь какая-то бронированная. Он под фонтан на изи станет, ему будет просто все равно. Он там будет, ему пофигу, ему в спину бьют, да хоть спин, хоть в лицо, народ, бейте меня полностью, мне пофигу. Ну, то есть это будет и имбово. Нет, кто же, скорее всего, придумал, это бред. Но будем иметь на виду. Ну, скорее всего, броня все же какая-то будет. Или же изначальная броня, то есть он перегонит террорлейды. То есть на данный момент самая лучшая броня на начальных этапах это у террора. 7 брони вроде бы. Или 11, я не помню. Или 7 или 11. Но у него, у террорблейда самая высокая броня, я помню. В начальных этапах. А так может стать у него больше всех. Так, ну в принципе, что насчет самого этого броненосца? Это только насчет него. Насчет феи нам, конечно же, показали меньше, но давайте смотрим. No need to worry, my dear. The forest, she is safe now. Oh, safe? It's really not. Так. Эта девка, получается, она сила тьмы. А тот чувак сила света, то есть броненосец. Давайте разберем насчет этой девки. Ну, то есть, да, она сама по себе летает. То есть, достаточно сильно напоминает Пака. Достаточно сильно. Это что, цвет другой, это по-любому баба. Я на ней ребенок, вроде бы. Что насчет ее скиллов? То есть, она носит с собой этот светильник. У меня появилось две теории. Либо вот это вот это вот. Я не знаю, как его назвать. Какой-то темный дух. Возможно, она сейчас прямо ультует в него. То есть, вот это была ульта. То есть, вот этот обыкновенный светильничек превращается в темного духа, и она ультует и убивает запросто, там, не знаю, до пол ХП или еще как-то. То есть, как у Некрофоса. В зависимости от процента ХП наносится процент урона. Мысль потерял. То есть, возможно, это будет ее ульта. А возможно, это просто вот этот вот броненосец просто так дрался, дрался на понтах, такой дрался. Сейчас он на 10 хп убегает, блин. Вот это он испугался, впервые он испугался. Не, чтобы он СМК испугался, нет, он испугался какой-то феи. Ну ладно. Может, думал, что это Пак. То есть, вот, он видит, он говорит ей, что лес защищен. Она говорит, лес не защищен.
И, возможно, это просто этот демон маленький, это просто тычка. И мы увидели только что дальника. То есть это ближник, а это дальник. И вот когда она будет стрелять, то есть она будет стрелять вот этим вот маленькой хуетой. То есть так вот выстрела, и он вернулся к ней. Выстрела, и он вернулся к ней. Вот у нас вроде такой персонаж уже в доте есть. Не, нету. Не помню, как, по крайней мере. Ну, то есть, так вот, она будет им стрелять. То есть, я, скорее всего, вижу, что этот броненосец, он или ловкость, или сила. А эта девка интеллект. Просто. Интеллект и все. Просто эти интеллекта, а с парнем мы сейчас разберемся. Дайте ей мозги. Хорошо. Ну, то есть, возможно, это его ульта. Скорее всего, будет тоже связано же какой-то скилл с ее крыльями. Может, как-то этот демон будет вселяться в нее, и это будет ее ульта, и она там каким-то с ульта-андаингом будет, я не знаю. Ну, то есть, вы видите, что мою теорию, сейчас мы досмотрим до конца, может, еще что-то увидим. Да, мы что-то увидим. Ага, вот. То есть, у него меч, а у нее вот эта вот штука. Этого, кстати, это я только что увидел, это я только что начал рассуждать. То есть смотрим. Возможно, она этим стрелять будет. Я не знаю, что это. Или коса, или то, что она голову одевается, я не помню, как он. Венок. Или, блин. Возможно, это тоже какой-то скилл. То есть она как будто тоже кидает какой-то типа сюрикен. Пасхалка на Наруто. Идеально. То есть видим, что, ну, более-менее, там совсем, самую малость меч напоминает рапиру, самую малость вообще, мизер. Если нет, то это какой-то меч из кунки. То есть тут уже есть небольшая отсылка к данному компендиуму. А вот девка, ну, блин, фейка вообще ни к чему отсылки не имеет. Просто она, скорее всего, она была дополнительным героем и дополнительным решением Valve сделать еще одного героя вместо одного сделать двух. Фейтес апдейт. Фейтес, я не помню, что такое. Дуэльное обновление. То есть, скорее всего, по-любому будут озвучки, что они снова встретятся. И теперь все время, когда один будет за тьму, одна будет за тьму, другой будет за свет, мы будем слышать озвучки приветствия. То есть, он будет говорить ей привет, пришло время отомстить, или что-то там еще. Или тоже скажет эту же озвучку, лес защищен, она говорит еще нет. Ну и тому подобное. Ага, что я еще хотел добавить? Что вот, смотрим вообще. Это не карта Доты, в которой мы сейчас играем. Так что, возможно, это была отсылка на новую, господи, как она называется? Ну, то есть, да, на новую кастомку. Ивент. Возможно, он... Возможно, у нас будет новый ивент. И по стандартной карте, то есть эти два героя будут самые основные. Возможно, будет дуэль между этими героями. И это будет ивент. Одна команда сражается против другой, и в итоге главными боссами будут они. Но это все только предположение. То есть все основное мы увидим через непонятное время, непонятных секунд, непонятных часов, непонятных недель, непонятных, не дай бог, ему лет. И не дай бог месяцев. Хотелось бы увидеть этих персонажей уже хотя бы через неделю в тесте, хотя бы в дота-тест. Хотя бы. Я заходил в дота-тест, там ничего нету. Там до сих пор с версии 7.0, там до сих пор все по-старому. Как у нас уже в доте 7.08 вроде бы. Надеюсь, мне все это время было слышно. Так что всем спасибо за просмотр. Смотрим, любуемся, рассуждаем. Отправляйте свои варианты вниз под комментарием. Ставим колокольчик, подписываемся и оставляем еще раз свои комментарии. Мне интересно ваше мнение. Если же какое-то мнение мне понравится больше всего, я его обязательно покажу в следующем видео. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем еще раз говорю, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был The Nice. Всем пока.